Ну, не спрашивал по поводу ситуации в Мексиканском заливе. Ну, что там прояснять? Прояснять там нечего. Во-первых, быть точным, что это не авария, а акция преднамеренно сделанная, это уже признают даже и они сами. То есть определенные круги сужа это признают. Это первое. И второе, акция была рассчитана на следующее. Опять поставить на колени Европу и Россию, которые не хотят становиться на колени перед Америкой. Почему? Что они рассчитывали? Что выбрасываемая нефть из залива будет течением, гольфстримом нестись и достигать Европы, отгибать и идти к северу и так далее. То есть уничтожить все, что можно было. Эта катастрофа была похлеще катастрофы Чернобыльской. Вот что была задача. Но обломалась. Потому что ничего из залива не выходит. Все остается в заливе. Само собой. Совершенно верно. Само собой. И получилось так, что вся гадость, которая предназначалась, чтобы она пошла на других, конечно, жители страны не виноваты. Я не говорю, что они виноваты. Но обернулась эта катастрофа не кому-то, а Америке. Потому что все это, что там вытворялось, все это идет на голову именно территории США. Не на голову, и в прямом переносном смысле. Потому что и ртутные дожди, и мышьяковые, все это кислотно, все идут, и люди... Так что, о чем это говорит? Что весело там живется, наверное. Людей жалко, конечно. Но когда преступное правительство проводит такие дела, есть поговорка, не рой яму другому, сам не попадешь. А насчет обращения, да, когда эта ситуация случилась еще, не сразу, через некоторые, ко мне, а посредственно через некоторых других, прислали письма с просьбой, так сказать, вмешаться в ситуацию. Ну, на что я ответил, что тоже послал письма. В ответ сказал, пожалуйста, официальное обращение, потому что это территория США. Правильно? Правильно. На каком основании должен что-то делать на территории США? Пускай будет официальное обращение с просьбой делать то-то. И от США, и от британского правительства, потому что это British Petroleum принадлежит Британии, так сказать. И, так сказать, обращайтесь официально, пожалуйста, я готов помочь ситуации. На что кое-кто ответили, пускай это будет стоить триллион, пускай это будет 2-3 триллиона долларов стоить, но не обращайтесь к нему, все. Хотя, насколько я знаю, там в парламенте Великобритании шла дискуссия по этому тему, там были и сторонники одного, и другого, но так все и загло, потому что те, кто стоит над ними, сказали им заткнуться. Ну, значит, пускай захотят обратиться, пожалуйста. Но пока молчат. Следующий вопрос.